Ну что, месяц без тренировок с гирями. Сегодня будет попытка жима гири на дужке 32 килограмма. Серега говорит, что я должен откатить. Ну, по логике, да. Посмотрим, как же будет на самом деле. Ну и сделаем компенсацию на левую руку. Левая у меня 19-20 повторений. Итак, хочу разобраться, что же произошло и почему мои результаты в гирях не упали, несмотря на то, что я не подходил к ним ровно месяц. Дело в том, что я получил травму, которую залечивал 3 недели, травма спины. Вот, и только неделю я более-менее двигаюсь нормально. Впредь буду более бережно к себе относиться. Но весь этот месяц я продолжал тренироваться, выполняя статические элементы. Свои любимые, такие как горизонт, передний виз, флаг, стойки на руках и многое другое. Делаю выводы. Статические элементы воркаута всегда будут держать вас в тонусе. Ваше тело, ваши руки. Поэтому это замечательное направление. Тренируйтесь, и вы всегда будете в хорошей форме.